Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вам посылку, одну из лучших с Китая. Называется в переводе «Нано Китаец 3000». Смотрите, он чинит любые провода. То есть, ну, я точно не знаю, как это происходит, но вот наушники, если у вас... В инструкции написано, что если у вас переломался провод, нужно его разрезать, а потом вставить в эту коробочку. Либо, если он у вас уже разрезан, то есть это провода от наушников, ну, как у меня в случае, и либо провода, которые можно вставить. Вот, ну, обратите внимание, то есть разрезанный провод. Вот, ну, это обычные дешевые наушники. Вот. Все видно хорошо. Китайские какие-то наушники, они у меня мало очень проработали. И теперь смотрите. Раз, два, три. Внимательно смотрите. И провод теперь становится полностью... полностью отличным. То есть, ну, я точно не знаю, как это работает, но написано, что там используются нанотехнологии. Что именно подразумевается под нанотехнологиями, я не знаю. Ну, все, отлично. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки.